Don't let the fact that there are a bunch of angry drug dealers waiting for you affect how you go in, or actually do. Освобождаем Хайзенберга. Я, кстати, не так и не понял, что с ним случилось. Мы прыгнули с самолета, а он? А он дальше полетел. Че ты сегодня не срезаешь, не пойму. Не сильно. Ну, за тачка ущербная какая-то. Какой-то он фуфлыжный. Это лоурайдер, по-моему, вообще. Он у него быстрый только на прямой. Я запросто. А, это же в этой миссии копами и потом машину жечь. Да. Надо будет хорошо распределить роли, чтобы с манией было. Ну чё, чё? Кто-нибудь из нас будет с манией. Ты будешь с манией, ты же мой муж. Да. У меня машинка лагнула. Ну не моя, а вот. Врезай здесь. Поздно. Я что-то засмотрелся. Нормально? Небось. Я бы на твоем месте ответил да. Да? Я вообще-то с вами в одной машине еду. Вот на тебя это смотрелся. Чё ты? Да, да. Чё не так? Все хорошо, хорошо. У тебя грязная машина, помой ее. Чувак, а тебя нет? Да я более-менее, а у нас штопором прилетелся. О, вот эта тачка, как у меня. 11 тысяч стоит, надо ее продавать. Лишний. Ирюша, что ты хуи вертишь? В любом смысле это слово. Прикол, короче. У нас тут был рэкбол чемпионат. Вот. А мы, как правило, после мероприятия статью пишем. И вот писали статью. Окей. А можно как-то разворачиваться так, чтобы можно было стрелять? Самолет не взорвите, блин. Наш. Я своего хотел завалить. Может, чувак подобрать? Ну, было бы неплохо. Сигнали ему. Что-то он какой-то вот неинтересный. Как будто бы не русский, может украинец.
Все. Все, все. Расчисти эту полосу, пожалуйста. Ну, вот, ну, сейчас хочу. Маш, полетишь со мной? Ну ладно. Все расчистилось. Про... А, дальше. Маш, он вернется как-нибудь. Ага. Молодец, улетел. А нам дальше куда? В тюрьму? Да. Ну чё вы ржёте? Да, сразу сажают, короче. Ну смешно. Нет, эту миссию мы закончили. Сейчас я посажу самолет, и все будет хорошо. А потом... Да. Следующая миссия. По-моему, следующая как раз этот... угнать... Как его? За 60 секунд? Да. Автобус. Да, да. До тюрьмы еще надо дожить. Разбер бойцовой собаки, это не важно. Мать такая прикольная. Что? Мальчика на тюрьму перенесли? Да-да, я тоже подумал. Ну идите в жопу. Да не, круто, круто, вообще суперская фраза. Факт. Ну тут все строится. Либо гонки, либо гравит-банки, либо тюрьму. Все. Да, либо шопинг. Бешеный, да, Маша? Вот, меня радует только шопинг из всего этого. Сколько она сейчас потратила на шопинг? Я не знаю. 150 тысяч. И бить. Да, она потратила сколько сотная квартира. А хату она будет покупать, короче, где-нибудь в сарае. Вот, да. Да. Причем она, знаешь, говорит, что она хочет квартиру, и продолжает заниматься шопингом. Блин. Подлетаю к аэропорту. Не перепутать главное кнопки. Сколько я сегодня 3 раза уже, блин, самолет выпрыгивал вместо того, чтобы шасси выпустить. Я до сих пор не знаю. Вы еще мне что-то говорите после этого. Подумаешь, я не умею по прямой ездить. Сажусь. Я вижу. Блин, заезжал уже по дороге, короче. Не получается пересечёнка. У меня получается пересечёнка намного лучше. Идеальное приземление. Даже не шевельнулся самолет, когда приземлялся. Нифига себе, это круто. Чтобы не залететь теперь. Да, ну что ты делаешь? Прыгаю. А что еще делать? О, смотри, опыт дали. За прыжки? Угу. Не, за поездки. Нет. С игроками. Да. А нам все на все делать не можем. Катаемся, делаем. Да все, все, заканчивали миссию. Я паркуюсь уже. Ух ты. Там не унес. Да, ну что ты делаешь? Ну это типа триал. Как еще назвать можно, не знаю. Ау. Ты не бей меня по спине. Ровно. О, готово. Ронь. Платит. 15 тысяч. Ништяк. А опыта? Ой, я мне чуть-чуть дало. А, нет, я апнул 6. Опыта 2700.
Я знаю, мне в прошлый раз не давали. Куришь? Нет. А хрен ли она курит? Овца сраная. Кто-то накосячил. Ой, не та кнопка. Та кнопка? Блин. Маша, все, прости. Все, ты все. Ты хорош. Я уже в красной зоне. Все, Маша. Поехали. Фу, какой-то такой. Пошел вон. Хотя похож на себя. Так, Рума там, полюбасик, да? Ваня, ничего себе. Ничем не могу помочь. Ты засранец. Неха. Проложи курс, ты ема. Курс для слабаков. Ладно. Интересно, попробуй. Открыть окно. Готовьтесь стрелять. Нафиг вы раньше времени полицию призвали? Ты дуришься. Ну да. Нет, тачка. Ой, там стреляю. А её чёрт взял? Нет. Я убил. Убей. Пойдите с моей изъяния. Я буду прикрывать скрома.
Поджог есть. Уходи. Окей. Так, я вот не помню, куда мы точно идем, но так приблизительно. Если не ошибаюсь, конечно. Все, помогите доставить автобус. Нет. Тут же вроде недалеко. Да, я прям. Что-то так посмотрел на нас, как будто мы полные олени. Блин, я еще и серебро. 15-200. Я тоже. Гонялся. А, почти седьмой. Где полоса вообще осталась до седьмого? Алис.
еще на какую-то банду нарвались. Не везет как-то. Я в море упал. Машина прям. Стреляли, как банда. И снова палило. Блин, вертолет летит. Пойдите ко мне, в туннель кого-то. Да и чё? Да и чё? Мы выезжаем с порта. Осторожно, там машина убитая какая-то. Да, колесико. Чувак на этой бездной пути, кстати. Тебе надо этого Вована добавить во франкист, он нормальный чувак. Да. Такие редко. Я сделала безоружный. Проверю. Да, нет оружия. Назад следующий. Да, Вован шаристый. Мы оторвались. Мало едем на берег. На берег. Тихо, спокойно. Ворота. Тут тоже надо видео записывать. Машину убила мы с Малей.
Я смотрю, машину сжигаете, да? Садись, садись. А чё, куда бум не будет? А теперь можно ехать. На вас там спич. Мы уже почти доехали. В тюрьме мы будем с Мани это. Мы будем в тюрьме, короче, тусить. Шлетать я не умею. Ага. На Мани умеет стрелять. Сейчас еще одна миссия. Убийство этих чиновников. Да. То где? Я не знаю, как получится. Слушайте, эта тачка напоминает машину Колсона, Лолу. Да. Реально, блин. Лола это наше все. Да. И Колсон зайка, мне так нравится. Что-то он в последнее время мутный какой-то. Ну не, нормально. Как за то, как он их всех уделал, когда серия была перед Мстителями. Никто ничего не знал. Так, ничего мне про Мстителей не говори, я еще не смотрел. Не, не буду. Но прикольно, молодцы. Мы доставили. Будем выпьем машину. Что, будешь вина, коньяк? Искай. Эх, не успели. Да, Вован, круто. О, 14700. 20-й. Градсми. Бою. А Маша чё, 8-й? 7-й. Какой? 7. 7-й. Почему мы бухаем опять? Я бухаю. Нет, Вован бухает тоже. Ну да. А вы что-то стесняшки. Надо его, да, разъедать. Тут телек смотрит. Эти две тачки все угрожают. Вована добавила в рендлист? Вот, нет, еще. Добавлю. И мне скажите, как это идти. Аван, как забрать людейки? Я кинул. У меня что-то не дает. Или кинь ты нам. Там. Профиль игрока Вован скрытый. Вот он мне. Вот он мне. Но я его добавил, друзья. А мне вот сказал Салашик, попробуйте позже. Ты чё там запускаешь? Чё, у меня бонг. Да блин, гора.
все, все, иду.